Сегодня 31 июля, у нас вторник, по-моему. Сейчас 7 утра, тут мошки, не пойдем мы эти. Мошкара, блин, гнус какой-то достали. Кусаются собаки, и незаметные. Что у нас с водичкой? 7 утра, как водичка. Ну-ка. А, ну водичка, не сказать, что, ну тут-то да. Не сказать, что ледяная, но она и тут... неглубокая. Солнце припекает, блин, вот что. 100 километров, 126, если быть точно, за полярным кругом. Однако, 7 утра, что ж тут будет днем? Днем будет офигенный пляж, если тут не мошкара. Ну, может, она сдохнет. Поздно мы приехали, вчера черт не покупались. Ну, на Лафатенах покупаемся. Кто мог подумать, что за полярным кругом такая жара летом. А зимой что такой же холод? Интересно. Это мы тут стоим. Тут еще народу понаехало. Это немцы. Эти вот приехали, но это при нас приехали, а вот этих не было. Ночью стали просто. У них вон прикольно, у них альковная кровать вот так спускается. И тут вот такое окошко, а сбоку нет окошек. И вот этого не было. Это что это, Тойотка какая-то? Класс, блин, припекает солнце. Лысинку. Ох, черт, к вечеру будет классная водичка. Ладно.